впечатления остались от спектакля? Понравился? Не очень. Надо речью работать, надо. С самого начала вообще мне показалось, что я смотреть на театр не профессионально. Потом уже, вот, особенно старший, Ольга неплохо. И очень хорошо, художественное исполнение, музыка прекрасна. Вот это, как это ни странно, оказалось лучше. С зеркалами очень хорошо. То есть внешние эффекты, но не... Оказалось, как это ни странно. Я первый раз в этом театре, очень много наслышан о нем, причем в самой превосходной степени, и, прямо скажу, разочаровалась. За исключением милых девочек, которые нас встречали, провожали и были очень милые. Но зеркало не отодвигает вот от... Нет, вообще это очень хорошо решено. Очень, да. Хорошо решено. Ну, конечно, надо еще посмотреть классику, надо посмотреть, может быть, напрасно я так разочарована. А в целом игрой актеров довольна? Вот именно игрой актеров прежде всего. Да, с самого начала главная героиня, скороговорка, дикция не очень четкая, часть слов не слышно. Не то, что не слышно, они слышны, но они не проговариваются. Ну, в смысле, дикция. Не отработана дикция. А вот старшие герои уже получше. Очень хороший монолог был у этого. Как его зовут? Любовник. Очень хороший монолог он сделал, когда вот о любви говорил. Прекрасно. Вот это, пожалуй, лучшее было. Спасибо.